Если кто-то еще сомневается, у нас есть доказательства. В новогоднюю ночь Дед Мороз точно был в Раменском. 31 декабря, как только стало смеркаться, жители этого подъезда на улице Михалевича стали волноваться в предвкушении чуда. Они – давние друзья Дедушки Мороза. Мимо них он никогда не проезжает на своих волшебных санях. И в этот раз было так. Было весело. Приехал Дед Мороз, Снегурочка, дарил всем подарки, все рассказывали стишки. Здравствуй, Дедушка Мороз, мы тебя все знаем. Это праздник Новый год, радостно встречаем. Дед Мороз, любят тебя дети. Самый добрый дедушка, ты на белом свете. Сегодня нарядили одно, на первом этаже нарядили вот муж с женой. Все. На четвертом этаже Оля Савушкина все нарядила. На пятом я. Анна Петровна лично знакома с Дедом Морозом. Точно знает, что если хорошо подготовиться, дружно встретить Новый год всем подъездом на лестничной площадке, то он обязательно придет. Подпевайте, почему молчите? Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мы на Новый год каждый год наряжаем тут подъезд, да. И всегда поднимаемся на пятый этаж, чтобы нам дали подарки и рассказываем стихи. Я из другого подъезда, но здесь очень красивый и очень хороший и дружный подъезд. В подъезде есть постоянные жильцы, есть и гости. Всех принимают радушно. Те, кто переехал недавно, признаются, ощущение, что жили здесь всю жизнь. Все дружно, все общительно, все внимательно, все прям как будто в собственном доме, как будто только-только хоть переехали мы, как раз в марте месяце, а живем, как будто мы здесь уже много лет. Сапог с конфетами и вязаную шапку в подарок от Дедушки Мороза получила Лиза в новогоднюю ночь, а в ответ спела волшебнику песню. Слышишь, кто-то идет к нам, спешит по лесенке и тихонько поет праздничную песенку. Постучится в окно, постоит и спрячется. Это Дедушка Мороз с нами дурачится. Он трудился весь год, что без опоздания новогоднюю ночь все сбылись желания. Этот праздник чудес детям очень нравится. Без подарков никто точно не останется. Елка вся в игрушках новых, и шары на ней висят. Наша елка поздравляет с Нового года всех ребят. Новый год, Дед Мороз ко мне идет, заказывает ему стишок, поводит конфетный мешок. У нас родились в подъезде три мальчика. В том году два и в этом году второй. Наверное, как обстановка к этому располагает. И вот я им всем подарила такой вертеп. И они там настолько, он светится, и там вот волхвы все. И они такие довольны все. Энтузиазм Анны Петровны уже передался всем соседям. Новогодние плакаты, украшения, елки и гирлянды она бережно хранит в течение года. С детьми заранее готовит новогодние выступления. Нельзя допустить, чтобы зимний волшебник прошел мимо маленьких и взрослых жителей этого подъезда. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».